Всем, короче, привет. Чисто сижу, короче, дома, не знаю, чем заняться. И думаю, почему бы мне не пройти какую-то страшилку? Так как на стриме она никому не будет интересна за счет того, то, что все любят PUBG Mobile смотреть, ну или там даже какую-то другую там мобильную игру. А то для себя просто, знаете, от скуки решил пройти какой-то ужастик. Ужастик называется какой-то Made of Scare, какой-то Scare, как-то так, короче. Пойдем, короче, проходить. Сложный средний вариант я не выбираю, потому что тут надо реально вникать. А я хочу чисто получить удовольствие от игры и пройти ее. Посмотрим, что здесь будет. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Получается, я буду в роли девочки играть. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Элизабет, короче. Так как я читал превьюшку этой самой игры, возможно, я буду эту как раз таки девочку искать, либо буду за нее играть. Я просто так и не понял там. Только чистое сердце может петь. К чему это сказано? Непонятно. Не, конечно, братан, если ты будешь вот так меня орать сейчас в игре, то я тебя скипну к ебени матери. Мне так не надо, чтобы я пересирал прям на вебку. Я, конечно, понимаю, что может быть страшно. Но чтобы если вот так мне, ну закричит вот так прямо во время игры, я охуеть могу жестко. Так, короче, не буду уебываться, будем в игре разбираться потихонечку. Ноты Томаса Эван. Вращать, типа. Как вращать? Типа, а что? Так, если сзади ни хрена не пишет, оно мне и не надо вовсе. Опа, игрушка плавно работает без лахов. Короче, я пошел тогда. Прикольно, когда вот такие игрушки атмосферные сами по себе. Короче, получается, типа, поезд стал где-то в лесу. Тупо остановился. Запасы какие-то. Ага, типа, это мой инвентарь. Музыкальный медальон какой-то. Ноты Томаса, короче, какого-то. Ладно, это не надо мне. Пока что. Потихоньку пошли дальше, а чё? Игра, конечно, у меня сейчас громкая. Я сейчас стримлю ее, можно сказать, ну, видео снимаю по ней. До первого такого, знаешь, дергания тела. Если, блядь, ну, прям реально будет слишком сильно страшно, то я ее скипну, короче. Ну, типа, звук поменьше сделаю, потому что я сам по себе тоже переживаю. Получается, мне не сюда надо идти, окей. Ну да, как, видимо, все мы просто в лесу где-то застряли. Получается так. Какие-то коробки, короче, какой-то шмир непонятный. Белиберда, короче. Пойдем дальше, чё? А чё у меня сердце так стучится? Сейчас какой-то бред будет или что? От кого бежать-то? Такой звук, короче, когда я хожу, такое чувство, как будто рядом со мной кто-то идет. Ладно, побежали. Очень странно, что с поезда вышел только я один. Типа, по-любому, типа, этому персонажу что-то снится. Ну, ибо я не знаю, как это объяснить. Что это такое?
Это Элизабет, которая была на фотке, вот это она. Поэтому она пропала, типа чешу. Хуйня. Осторожно, злая собака. Ну, пиздец. Надо волыну, если бы здесь можно взять бы какую-то палку, типа, я не знаю, пестик. Ну, как в игре, я знаю, здесь нельзя будет просто брать этот самый и... Типа оружие какое-то имеет. Ты тут просто банально будешь прятаться от всякой херни неизвестной. Я самое главное, вот не хочу, чтобы здесь в игре были жесткие головоломки. То есть там, блядь, найди какой-то рычаг, потом иди туда в комнатку, там активируй, потом какой-то пароль найди на стенке, там его впиши. Я вот это не люблю, сидеть вот эти головоломки. Типа. Так, игра на секунду лаганула. Открываем двери. Да, это явно сон, потому что тут что-то ненормальное творится. Почему я попадаю в квартирку, где, по идее, фотки этой Элизабет или что, я не понимаю. Типа, так не может быть. Крутим вот эту хрень. Я не знаю зачем, но... А, это сохранение, понял, понял, все, базара ноль. Бля. Не, графика, говоря, довольно прикольная, кстати, типа атмосферная. Довольно даже интересно. В игре видно мои ноги. Кстати, я играю, получается, за мужика, да, типа. Это правильно, я сказал в начале игры. Я буду, типа, искать, типа, возлюбленную свою в игровом процессе. Это твой Элизабет. И на пути ко мне всякая херня будет за мной бегать тут. Ну, попробуем, короче, ее найти, почему бы и нет. Чисто челлендж такой, найди ее. Было бы прикольно, если бы, вот представьте, вот как я сейчас играю. Чисто MMORPG, бы вот такая игра была бы от первого лица. Чисто бы вот так ходил, короче, лутался бы здесь. Монстриков всяких убивал. Было бы прикольно, хотя, ля, графика какая в игре пиздатая, и к тому же у меня даже не лагает. Было бы прикольно, если бы, ну, в игре можно было бы так осуществить такое. О, это что вообще за неизвестное? Это что-то паранормальное или что это такое вообще? Это типа, походу, вот эта злая собака или что это вообще вылезло? Так, подожди. Как вот эту хрень открыть? А вот, понял. Все, базара ноль, пошли дальше. Ну, прикольно, конечно, ля. Пошли дальше, короче. По идее, я еще читал, короче, то, что здесь я буду в отеле каком-то бегать. То есть, получается, я сейчас иду в какой-то отель потихонечку. Интересно, я был прав или нет? Сейчас посмотрим, короче, куда он у меня все приведет. Ну, очень странно, короче, то, что... Подожди, я что, вернулся назад? А, не, нормально все. Да, вот этот отель. Я правильно все сказал, получается. Типа, ебать, я прав. Эх, чувствую, сейчас хорроры будут, пиздец. Сейчас вот это, знаете, неожиданность вот это будет происходить постоянно здесь. Нахуя ты воешь? Так, я так понял, здесь не пройти. Пойдем в обходку. Стоп, есть дверь. Ее можно открыть. Супер. Speed close open. Понял. Может тут что-то залутать можно. Сейчас пишет, пока не буду. Ладно, открываем. Отвечаю, по шагам здесь какой-то бред творится. Я вот делаю шаг, я слышу, как будто кто-то справа идет в то же время со мной. Странно.
Отель, короче, скорее всего, старый, заброшенный. Ну, прикольно сделано, прикольно, мне нравится. Вода здесь, конечно, как будто кто-то насрал в бассейн. Ну да ладно. Не бассейн, а фонтан. Пошли, короче, внутрь. Чувствую, если я туда вступлю, тут будет пиздец. Пошли посмотрим. Используйте фонограммы какие-то. Нет, фонографы какие-то для сопровождения. А, понял, понял, все. Базара ноль. Возможно, скучный момент я буду скипать потом на стриме. Ну, типа, в видеоролику. А, ну все, я понял, это пиздец. О, блядь, диджей, нахуй. Ну, если вот такой ракит ко мне выйдет, блядь, то все, пиздец. Короче, наш челлендж, спасти возлюбленную мою. Короче, вот так вот, блядь. Открывайся. Карта, блядь. Опа, о, супер. Вообще, найс. Тут есть, короче, карта. Я знаю, куда мне теперь надо идти. Вот это мне не хватало. Но это, короче, моя возлюбленная получается. Или это не она, блядь. Кто-то звонит. Ну, короче, сейчас я отвечу. Посмотрите, собственно говоря, что это за хуйня. Где тут вообще говорит, типа. Это Томас. Элизабет, кто там? Томас, мой Томас, you do not know how wonderful it is to hear your voice. А ты где вообще? Письме ты писала или... Да, я спрашиваю, что здесь вообще происходит? What the fuck, да? I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. То есть я, короче, понял, здесь будут бабайки. Please be careful, my love. This place is no longer safe. Где ты? I'm safe upstairs. Здесь наверху безопасности. Меня пришлось запрыгнуть под эту дверь, спрятаться от остальных. Ебать. Кто? Кто? My father and uncle, the staff, they have been beguiled by the darkness that inhabits this place. Yep, well. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. То есть звуки здесь не надо издавать, я понял. Письме ты писала. И сейчас спросим вот это. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. Please, Thomas, listen carefully. Я слушаю. Конечно, я не Томас. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. Ага. You need to find them and bring them to me. Я какую-то херню должен найти, короче, ей. Какой-то проигрыватель, вот. You must find all of the brass cylinders. Короче, какую-то херню, я так понял, она типа что-то включит, музыка заграет везде, и вот эта херня прекратится. То есть они, короче, какие-то демоны их захватили. Так, речь из... Короче, я вот это, блядь, читать не буду, потому что я читать не особо игре люблю. Типа, ну давай, anyway, вырубайся. Есть смысл по вот этой хуйне ёбнуть? Ну, я не буду, а вдруг кто-то прибежит, типа. Типа, нахуй надо, типа, я дурак, блядь, или что? Ля какая, блядь. Это что такое? То есть, короче, надо что-то найти. Так, я здесь разговаривал, я понял. Тут отель такой прикольный, кстати. Он только пиздец заброшенный. Ясно, тут закрыто. Здесь. Потом туда пойдем. Почекаем, что наверху. Нажимать здесь я не буду. Но возможно, возможно. Вот эти клавиши, что я сейчас вижу. Возможно, это будет какой-то в дальнейшем пароль, типа. Типа как ноты, что ли. Бля, ну если эти пароли надо будет искать, пиздец. Типа, это такая ебатня будет. Типа. Ну, а не вай похуй, типа, чё. Ладно, пошли сюда.
Пойдем направо. Сука, я уже чувствую, пизда сейчас будет. Сейчас что-то ёбнет, выпрыгнет, скачнет. Куку, ёпта, там есть кто-то? Пиздец, вот такое огромное здание, столько выходов, входов. Иди туда, иди сюда. Ладно, так уж и будет, пойдем почекаем, что здесь. Не дай бог, блядь, какая-то тварь выскочит. А, кстати, я же здесь был, типа, на эту хуйню нажимал, я понял. Типа, это ж... Что это такое? Типа, кичен какой-то, блядь. А нахуй вообще он вот это мне показывает здесь? Ладно, не вай, похуй, пошли дальше. Так, здесь что-то открыть можно. Какая-то бумажка. А, я понял, я карту еще. Это супер, типа. Бля, прикольно было бы, если бы в игре было бы оружие. Но задумка ж классная. Все красиво сделано. Ну, графика довольно даже ламповая такая. Хули ты лагаешь, тварь? Ой, блядь, сука, не дай бог что-то выскочит. Ну, в принципе, здесь в будущем можно прятаться, типа, так, хуяк залезть сюда. Типа, no bad. И пошли дальше. Так, здесь закрыто. Ну ты. Вот этот медальон, короче, я так понял, ей надо дать или что? Ну сюда я не пройду, короче, в любом случае. Начинается тупня. Потому что я не понимаю, куда идти. Почему? Может вот это типа. Этот элемент нельзя использовать. Короче, я понял, надо ключ, короче, искать. Блять, всякие гибланы там ходят, слышно топот вот этот. Maybe я здесь что-то пропустил. Сейчас проверим. Типа, я вот это не понимаю, типа. Это типа, что я вообще делаю? Это типа звонки какие-то. По идее, тут должен быть ключ какой-то, но тут ключей нету. Ладно, пошли дальше, посмотрим. По идее, я сюда не ходил. Или я сюда прошел? Это куда вход? А, это я вышел. Окей, супер, короче. Я тогда активировал, блядь, новый выход сюда. Нормально, пойдем туда-сюда. Ля, лампа ебенит. Нахуй ты мне дверь, сука, закрываешь, блядь. Ну вот нахуя она мне дверь закрывает? Нахуй тут, блядь, что лифт работает или что какой-то? О, сохранение нормальное, блядь. Я сохранился, супер. Ёбаная собака, блядь. Она скучает, как будто ты знаешь, что собака там скучает, блядь. На, разъеби его там, нахуй. Can anyone hear me? Да, я слышу. Who's there? Who are you? Типа я, блядь, спаситель. Меня зовут Томас, пожилой Томас я. Henry. Henry Hughes. Нормального человека Генри не назовут. Hurry, we must get this door open. И как я тебя открою? Ну, почему тебя закрыли здесь? Ну давай спросим, что это. Why do you think? Clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry. Do something. Не, в принципе, если вот так задуматься, почему здесь спрятался? Да, блядь, по любой причине тут дебилы бегают. Хуй там так скрипит, что я охуеваю, блядь. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. Ты ебанутый, я сказал, блядь, я дверь сл... Говорю, опа. Ну, типа, это... Бля, что он делает? Good. Good. Try again. Harder, man.
Throw yourself into it. Wait. No. They're coming. Oh God, please. Лё, сука, топа ты башня. Whatever you want, I. На нахуй. Ебать, что там за рахит ходит, нахуй? Ебать, там как будто типок, блядь, тонну весит. Пиздец, нахуй. Сука, представьте, вы вот так ночью спите. И там чисто тварь такая идет, блядь. Ёб твою мать. Музыкальная кукла, вращать. Нахуй она мне нужна? Спрашивается. Но я ее взял, пусть будет. А нахуя вот это? Ну, в будущем этот генератор, мне кажется, ёбнется, надо будет его чинить, проверяйте. Не знаю, что это вообще такое. Ёбаный рот, блядь. Как оно... Сука, громко, блядь. Я скручу немножко, пацаны, ру. Я отвечаю, я ебанусь просто, если там что-то выскочит, типа... Общая громкость. Давай хотя бы на 59%. Спецэффекты тоже. Не дай бог там что-то ёбнется, блядь. Заскрипит. Просто слишком громко, реально слишком громко. От этого всраться можно, таких звуков. Огневой ключ нужен. Где этот ключ искать, я в душе не ебу. Получается, я вызвал какой-то лифт. Стала темнота. Ну, этот генератор, походу, сдох, который я чинил. И тут огневые звуки такие пиздец дефолтные, блядь. Я ебал. Я в таком бы доме хер бы остался, отвечаю. Надеюсь, там никакая пизда не выскочит, сука. Здорово, тварь. Ёб твою мать, то есть я должен сюда зайти? Тут кого-то нихуёво так переебали, блядь, если честно. Давай, вызывай меня отсюда. Пиздец. Не, если бы у меня вообще в квартире бы такие дефолтные беззвуки были, как в этом доме, я бы нахуй съебался. Я ебал бы так жить. Ага, я понял. То есть мне огневая нужно все равно найти ключ, потому что там много дверей, которые я не открывал. Так, что здесь? Бать, тут сраки мыли. О, сохранение, заебись. Блять, я только когда не включу, она постоянно поет. Это я. Я, сука, старый, блядь, педофил, нахуй. Люди, он, блядь, слушает, нахуй. Глэк старый. Ебать, он там его пиздит, походу. Короче, я приду тебе пиздец, потом там будет, по-любому. Так, оттуда я пришел, получается. Значит, идем сюда. Ты, сука, ноешь там. И хули ты сделал, блядь? Да, сука, тварь, блядь. Я так понял, от этой хуйни надо будет съебываться потом.
Взял типа, так съебнул, блядь, что кто-то охуел, блядь. Но он, короче, их типа не добивает, и он куда-то уносит, а нахуя его уносить куда-то? Блядь. Тут, по идее, может, а, что-то успокоительное, ебать. Типа, это комне надо. Успокоительное. Восстановить. А, ебать, типа... Я понял, типа, если я успокоительный не ёбну, типа, то у меня нахуй крыша поедет, типа, или что? Пиздец, я урон, можно сказать, получаю от того, что я пересрал жестко. Ебать, челик, земля, типуха. Вот такую тварь, сука, увидеть, блядь, в темноте сдохнуть можно. Опять что-то звонит, что-то кряхтит, блядь. Что это? Книга учета смертей исчезновения Исаака. Но я в этом и так не понимаюсь, потому я это скипаю. Я не буду ни на что отвлекаться. Ебать, единственная моя цель — это спасти возлюбленную. То есть... Тут столько выходов и входов, то что я по дефолту уже потерялся, куда мне идти. Но пошли туда, куда звоночек пидорит. Да че ты, сука, дышишь, блядь? Томас, блядь, или как тебя там? Тормоз, нахуй. А, понял. Его здесь хуйнули. Он стоял здесь. Почему когда этот типок стоял здесь, он не побежал сюда? Нахуй он там стоял и ждал, пока его ёбнут, блядь. Ебать, ты АФК даун. Да, надеюсь, это не байт. Но это, походу, Элизабет звонит. По-любому, надо на СНЕ побазарить. Алло, здорово. Elizabeth, ты здесь? I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. Ебать, я такой тут увидел, Элизабет, что ты бы охуела. I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. Да никто меня не поймает, ты что рофлишь? They seem to be drawn to sound. You must. Я так уебывать умею, что пиздец. Так, те, кто утащил того человека, кажется, они ничего не видят. Они напали на него, они его утащили. Ну, можно вот так сказать. Чтобы дать ей инфу, вдруг это изменит игру как-то. Что ты думаешь, что вrong with them? I knew noise attracted them, but what happened to their faces? Dear God! I dread to think of you being snatched like that too. Не сыр, Адриес, никто мне не схватит. One hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. Цилиндры, блядь, найти теперь какие-то. Please, take the utmost care. Okay, don't worry, be happy. And if I don't answer, it means I've had to hide. Ой, сори, что-то не то включил. Ну, Элизабет, что ты мне еще скажешь? Цилиндры, значит, надо. Я в душе не ебу, где те цилиндры, но я буду идти, куда найду их. Окей, пойдем дальше. Не, графика пиздатая здесь. Представьте бы в таком доме лутаться, когда ты понимаешь, где-то в соседней комнате игроки бегают. Было бы прикольно. Ебать, это люди. Вроде бы не люди. А может быть и люди. Кровь есть, блядь. Самое главное, чтобы вот эта, сука, шляпочник не вышел на меня. Шляпа вот эта. Если она меня выйдет, то я охуею. Взял шкатулку, короче. Так, инвентарь открывать на вот эту L-ку. Понял, все. Пойдем. Чувствую, что скоро пизда. Отвечаю. Отвечаю. Я сейчас буду идти, короче, сквозь эту хуйню. И тут какая-то рука вылезет на меня сейчас. Либо какая-то тварь проломает стенку. Ну, сука, это, блядь, дефолтная хуйня. А ну, проверим. Был бы я прав или нет? Хуя-то, ебать, качок. Хотя она не такая, блядь, уж и большая выглядит.
Еще одна. Давай, давай, Родригес. А, ну проверяйте. Про что я, блядь, говорил? На, поебай. А, тише. Не надо дышать. Понял. Да тише, блядь. Ага. То есть, если вот так делаешь, то они тебя не видят. И двигаться, походу, нельзя в то же время. То есть, получается, у меня один враг получился. Было бы нехуёво, если бы это Элизабет иногда бы звонила на трубку, типа, то, чтобы, блядь, их испугать, ну, типа, батить на себя. Но, блядь, это же игра такая, что тут, типа, такого не будет. Тише, давай ломаем вот эту хуйню. Полезно. Видели прикол? Типа, я немного тупанул там, короче, когда он вылез. Я вообще, типа, ну, типа, там игра сказала мне нажать мышку, типа, чтобы воздух затаить. А мне вообще похуй было. То есть, походу, типа, это катсцена какая-то была. То есть, так, типа, вообще поебать. Ну, в следующий раз я так не протуплю. Я просто, я не понимал, что надо делать. Типа, раз нажать, либо зажать. Оказывается, надо зажать. Видите? Сейчас типа захуярит. Ля. Тише, тише, тише. Нахуй ты кашлянул, долбоёб, блядь. Тормоз, сука. А, то типа вот эта хуйня, и надо быстрее идти, потому что ты дебил, блядь. Дышать не можешь, я понял. Какие-то ноты. Ноты Генри Хуюз какой-то. Я понял, мне вот это не надо. Я по этим нотам нихуя не шарю. Окей, дядя, пошли дальше. Короче, когда вот такой пепел, надо ебало закрывать, потому что... Я не знаю, я если бы в реале такой пепел бы увидел, и мне бы захотелось кашлять. Ну, ебать, типа. Как бы как-то аккуратно, что ли. А он тут сразу, сука, хуярит кашлем таким, что пиздец, блядь. Хотя тут рядом монстр ходит. А, тише, не так. Врубал свет. Врубал эту хуйню. Открывайся, Витя. Супер. Закрываем эту дверь, чтобы там никакая тварь не вышла. И топаем наверх. Опа. Мы пришли, короче, дальше. Неплохо. Единственное, мне вот нравится то, что сейчас есть, но вот единственное, мне, я вот не, блядь, не пойму того, что если в игре придется какие-то там реально, блядь, головоломки жесткие решать, там, допустим, какой-то, блядь, пароли надо, типа, опа, сохранение. Неразборчиво. Какую-то хуйню занимается, типа, там. Опа, 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 watch out, watch out, ляг-лэг ходит. Типа, я единственный, типа, если он на меня побежит... Мне вот интересно, сколько секунд он может не дышать? Получается, там лэг стоит. Получается, мне надо вот так сделать, блядь. Забрать эту ебаную шкатулку, блядь. Типа, я не понимаю, когда дышать, не дышать надо. Как он может услышать в упоре, типа, услышать меня только может? Или когда что-то заподозрит? Ой. Ага, подожди. Если этот хер пойдет сейчас по кругу, то пизда, блядь. То мне придется в обратную сторону идти. Куда ты нахуй идешь, дядя, блядь? То есть мне надо анивей туда пройти. Сука, будешь ебаный, блядь. Тише, нахуй ты кашляешь, дура ты ебаная, блядь.
Нормально, я как-то прошел. Непонятно как, но я как-то прошел. До свидания, Родрис. Бегать я аниме не буду, потому что я хуй пойму, что может вообще случиться. Вдруг какой-то дебик вылезет. Получается, здесь вроде бы никого нету. Значит, можно идти пока нормально. Так странно, конечно, недавно, блядь, было нахуй день, а уже ночь хуярит. Так, никого, никого. Самое единственное, нахуя... Тише, тише, нахуй ты такое исполняешь, блядь. Собака, ёбаный народ, блядь. Ёбаный сука, цуцик. Короче, я понял, для чего костры в этой игре. Ну, типа, это для меня как помеха. То есть, когда я подхожу ближе к костру, я начинаю кашлять. Типа, того, что там дым хуярит, я вот это понял. Типа... Давай сюда зайдем, похуй, anyway. Так, самое главное теперь дать дупля, куда мне идти. Что это за стена вообще? По ней карабкаться нельзя, понял, окей. Там что-то светится. Пойдем почекаем, хуй. Так, я тут не могу это бревно перейти, даже прыгнуть здесь не могу. Потому что персонаж придурок, блядь. Так, что это вообще такое? Непонятно, как это. Так, сюда я, короче, не пройду, понял. И сюда не пройти. То есть надо искать выход. По правой стороне, я так понял, нету смысла вообще что-то смотреть. Блять, сука, я припугался, думал, это кто-то идет нахуй. Это хрест стоит, пиздец. Получается, сюда можно, наверное, зайти. Не, нельзя. Нахуй я сюда пришел? Смысл с того, что я пришел сюда? Нахуя я не понял это? Опа. Подожди, 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 Витя, блядь. Может, ради этого? Могилку какую-то? Ля, блядь. Ля, сука, идут, блядь. Чурлы ебаные, блядь. Иди ты дальше, нахуй, хули ты сюда лезешь. Пиздец, нахуй. Он же дрыщ по факту, его же можно было бы на изи ёбнуть камнем даже, типа. Ну, игра, типа, заставляет меня, блядь. Не дыши только. И он тебя не увидит. Ля, сука, скрипит там. Ну ты дебил, блядь. Ебать ты ретард, нахуй, проебался. Все, пиздец. Ля, какая-то хуйня в руке, блядь. Ебать, ты там ебался, дядя. Нормальный глэк, я тебе скажу. Доставай его. Ты, ну ты такой с высотой, блядь, ебнулся. Такой, я тебе скажу, неплохой челик. Я хуй знает, как ты вообще выжил. Вот эту лампу можно с собой взять? Нельзя, блядь. Письмо. Я вот это, пацаны, читать не буду. Я вот это скипаю. Хотя, не. Ну, типа, блядь, я не интересуюсь вот этим. Мне главное, Элизабет спасти.
Сохранялка, супер. That's all well and good you saying that, but I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending, but your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your singing. He said be ready for what? Well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass. Are you bloody well gonna sing or what? Fine then. Ладно, бля, я понял. Мне не хватало, бля, чтобы ты там еще пела, нахуй. Я могу сюда зайти? Не, ну тут так темно, блядь, конечно. Почему оно так светится, а чего? Опа. А что это за хуйня летающая такая белая? Еще пищит, блядь. Блядь, такие катакомбы, конечно, жесткие. Тупо по сюжету иду. Всякие золотые, золотышки. Купаем это. О, я какой-то ноты Генри какого-то ноты нашел. Эти ноты. Типа. Я не понимаю, нахуй мне эти ноты надо. Что мне по ним делать, типа? Даже если я нажму прочитать, типа, вращать, типа. Что я с ними не должен делать этими нотами? Может, потом игра мне даст знать, я пока не знаю. Активируем вот эту хрень. О, мана. Теперь мы проходим на изичах. Я чувствую, что дальше будет пиздец. Здорово, тварь. Да нема никого, блядь, что ты, блядь, шкеришься там. То есть мне надо от него сейчас шкериться здесь, я понял. Только не говори, что там еще кто-то выйдет, я охуею, челик. Блядь. Нахуй я сюда пришел? Дебил, блядь! Нахуй ты такую хуйню мутишь? Надо разобраться, что делать. А я в душе не ебу, что делать, блядь. По факту надо по центру проходить. Бля, если он что-то заподозрит, надо ебало закрывать. Давай, дебил. Я не знаю, что я сделал, но я что-то сделал. Ой, блядь. Все, 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 ебало закрыл, проверяй. А, блядь, вы туда побежали. А я понял, я их типа бачу вот так на звук, типа, то туда, то сюда. Сейчас эти глэки побегут туда, получается, я вот эту хрень активирую. Сука, не работает, блядь. Ебать вы дауны, конечно. Ага, они побежали сейчас туда, получается. Ага, вот еще рычаг. Свет есть, блядь.
Активируем двери, блядь, и по съебам. Ну все, типа изи. Открывай, дура, блядь. Типа, или что я тут... Я что-то не так... Блядь. Тут эта музыка, когда вот так ебенят, я не понимаю, что делать надо. Наверное, ебало надо закрывать тогда, когда... Блядь, этот хуй начинает повсюду ходить, и меня это заебывает дико, блядь. Надо опять активировать. А, давай, блядь. Иди туда нахуй, блядь. Молодец, блядь. Опа, рычаг. Не кашляй, еблан, блядь. Я тебе, блядь, кашляну нахуй сейчас. Я такую хуйню на самом деле мучил. Я не понимаю, что творить, блядь. Тише, 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 не быкуй, дядя, все под пожилым контролем, блядь. Туда иди нахуй, блядь, сейчас. Активируйся, блядь. До свидания, блядь. Тупая хуйня. Как? Опа, понял. До побачення. Нормально. Не, было если честно, немножко тупо и непонятно. Типа, вот эту миссию, наверное, люди с третьего раза проходят, да, они начинают понимать, что надо делать. А я, ну, по, блядь, срандомил, можно вот так сказать. Ебать, что здесь происходит? Открываешь? Если я дерну за эту хуйню и оно заколокотает, то все пиздец, типа, ну давай тогда, ладно. Ебать ты придурок, блядь. Бахнем, как говорится, блядь, чтобы себя восстановить. И тут, походу, надо. Все? Чине. А вот здесь, короче, пацаны, мне как-то уже и непонятно вовсе. Ритуал какой-то вращать, типа. Может, тут я, если прочитаю, что-то пойму. Типа, я не понимаю все равно. Блядь, вот такие случаи в игре, они накаляют пиздец, то есть, я хочу просто насладиться игрой, а раз оставляют меня сейчас хуйней страдать, ну, типа, что-то проверять. Получается, давай тогда вот так, и так. А это одновременно надо было ёбнуть. Нихуя себе. Пошли дальше. Пойдем налево. Там что-то поют. Там Элизабет меня зовет. Элизабет, я иду, ебать. Ебать, я чувствую, пиздец сейчас тут будет. Там пожар какой-то нереальный, блядь. Фу, сука. Типа, какой-то придурок, блядь, что-то исполняет с типами здесь под музыку Элизабет. Пожалуйста, я прошу тебя.
Не чтобы в него камень какой-то кинуть, он шкерится и смотрит за ними. О, бля-ля-ля, этот, блядь. Сука, нахуй. По съебам даем отсюда теперь, дядя. Было бы неплохо, если бы у меня какое-то оружие было бы. Сусок, ты меня, надеюсь, не ёбнешь здесь, если что. Как он тут дверь открыл и куда он прошел, непонятно. Супер, мы прошли дальше. Заебись. Кажется, что игра слишком сложная. Да, блядь. Пока не кажется, но если там дальше будет казаться, то я хуй знает, продолжить ли. Ну, есть ли смысл продолжать и потом проходить. Проверим, что здесь. Опа, здесь можно полутаться. Я так понял, тут надо вот так сделать. Или не? Ну пошло сохранение, как говорится. I need to tell someone. Get all of this out. Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording. But I need to confide in. Well, in you, mother. He has been pushing me. Pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something. Потому что ты, батя, ёбнутый нахуй. Пением, блядь. О, здорово, тварь. Значит, тут надо будет пытаться опять потихонечку как-то проходить. Бля, сука, крэк, блядь. Это, я так понял, ее батя. А сюда можно будет зайти спрятаться, блядь. Чтобы он мимо прошел. Вот он идет. Он туда прошел. Давай, долбоёб, иди нахуй. А там еще кто-то ходит? Он не один получается? Или чё? Подожди, а что здесь? Блядь! Тише, 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 Родригес, блядь! На ее будет вроде бы его изи получается. Тише, тише. Я не дышу, братан, блядь. Не дышу я. Сука, только не говори, что ты сюда наверх будешь подниматься. Я тебе ебало сломаю сразу. Ага, я отсюда пришел. Значит, получается, надо туда сейчас идти. Ой, блядь. Смотри, долбоеб, я на тебя не смотрю, и ты на меня не смотри. Нормально, я их наебал. Вроде получается. Ебать, еще есть. А это нахуй я куда пришел? Ну, блядь, почему нельзя просто переступить эту, это ограждение, блядь? Типа, я иногда не понимаю, типа, тут такая музыка играет, типа, резко, как будто он на меня забайтился, типа. Че ты хуйни да хуя, блядь, повсюду. Блядь, если эта дверь не открывается, то мне пизда. Открывается, заебись.
Элизабет, короче, блядь, я не знаю, куда ты меня заслала, блядь, но тут пиздец. Томас, yes, yes, I'm fine. Я охуеваю тут, Элизабет, блядь, от происходящего в этой игре, блядь. Ну да поставь на кухню, зараз прийду. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Я скажу, что я продолжаю видеть, собаку еще. Oh, that must be Calliope, my late mother's dog. I'd so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. Очень странно, что если ты понимаешь, что в доме такой пиздец творится, типа, то почему нельзя... Просто почему, блядь, нельзя и ёбнуть их с пистолета там? Ну да ладно, пошли дальше. Опа. Успокоение, как говорится, подобрал. Сейчас зачекаем, что здесь. И пойдем дальше туда. Ля, сука, блядь. Ля, блядь. Глазики какие-то, ебальники, нахуй. А это что такое? Кадр звукового модуля. Прощай. Ой, что мне с ним делать? То есть получается, я эту херню могу бросать, типа, или что? Или это куда-то надо вставить? Что ты ноешь, нахуй? Все нормально, Лизбет, не ссы, я тебя спасу. Пошли дальше. Так, по что тут мы видим? Ну, получается, секундочку. Я здесь был, меня только... А, здесь закрыто, я понял. Так. А что ты хотел? Короче, я не знаю, тут какие-то ритуалские хуйни. Какой-то шарик. И что он делает? То есть получается, я эту хрен взять. Бля, дядя, может ты нахуй пойдешь? А, блядь, не дыши, дура, сука. Никого нахуй нету. Нахуй ты ебашишь, блядь. Открывай, блядь. Бля, ебашит меня, гладь. До свидания, нахуй. Блядь, пиздец. Нахуй ты на меня забайтился, блядь, дура. Давай, блядь. Алло, нахуй. Сука. Он меня втащил пару раз, сука. Подожди, а что эта хуйня делает? Ебать, я могу это кинуть.
А если я так кину? А вам пизда типа настает, вылагать начинает. Блять, сука. То есть надо было заюзать эту хуйню там, и они бы меня не тронули. А я охуел, блять. Подожди, там какой-то генератор. Его надо активировать, получается. Но я не буду это юзать пока что. Я долбоёб, чтобы тратить эту хрень. А как её вообще скипнуть? О, ло, всё, заебись. Единственное, что я бы использовал, это успокоение, ебать. То мне пару раз по мордасам надавали, мне это нахуй надо. Ты давай потихоньку, дяденька, съёбуй отсюда. Все, активировали. Ебать, блядь. Да нахуй ты доебался до мене, блядь, цыган, сука. Ля-ля-ля, блядь. Лагер ебаный, блядь. Открывай быстрее. А еще надо, блядь, искать. Ебать, дядя, да ты охуел. Сука. Ладно, пошли. Там что-то светится. Там, наверное, еще один аккумулятор такой же. Во, да, он тут. Да мне похуй, я вас не боюсь, блядь. Я сейчас обблююсь, блядь, здесь. Откативируем, лутаемся и посъебам. Ебать, чисто пугер. До свидания, ебланы. Вот эта хуйня только меня напрягает, блядь. Ля, сука, кряк ебаный, шкерится, блядь. Мне вообще срать, что он там идет. Я ебало закрыл, и мне похуй. Только бы не задохнуться нахуй там. Активируй, блядь, ворота нахуй. Я посъебом отсюда. До побачення. Иди нахуй, сука, блядь. Хули ты доебався до мене, блядь, чи же? Ебаный, хули ты пиздишь меня, ебась, ебался. Ху, блядь. Короче, пацаны, я думаю, на этом сейчас закончить. Если вам игра реально понравится, типа вот этот ужастик, то я начну прохождение следующего раза. Ебать. В принципе, игрушка неплохая. Опа. Какую-то хрень достал. Но шарик этот реально имба, типа. То есть, если на тебя толпа нападает, ты его кидаешь. И тупо банально начинает лагать. Так что, пацаны, спасибо за просмотр. Надеюсь, вы мне поставите лайчик. Если реально, ну, в комментариях я прочитаю такие слова, типа, сява продолжать, типа, будет следующая новая серия. Просто есть ли смысл ее дальше проходить? Я то пройти и могу на изичах. Вроде бы за тупишек таких я еще не встречал. Так что, пацаны, давайте.